you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Roleplay, первый сервер Мони Кирилл Путбуль. И как вы догадались по названию, сегодня пойдет речь о Ричи Дел Рензи. Кто не смотрел предыдущий ролик, то обязательно посмотрите насчет этого повода. Многие там бомбили, типа, вот, они не будут переходить в КРМП, это что, дебил? Я насчет того, что они будут переходить в КРМП, я ни слова не говорил, во-первых. Вы что, ебанутые, что ли? И как бы... Они просто будут снимать на Мазинге. Инфа сотка, чуваки. Пусть... Короче, я выложу видос предыдущий, какой вы, в принципе, думаю, смотрели многие. И спустя 20 минут, когда я выложил видео, мне написал... Главный менеджер пиар, ну, по пиару Амазинга Ролиплей. Вот, я сейчас скриншот ставлю. Он написал там, блин, там секретная информация. То, что закрыто черным, это секретная информация, которую мне запрещено вам показывать. Но, в принципе, инфа сотка, то, что Ричи и Дел Рензи будут снимать на Амазинге. Не знаю, на каком сервере, многие писали, ты ники их видел, они просто по фану зашли и так далее. Слушай, пойди ты нахуй. Но мне отписал сам главный менеджер по пиару Amazing Roleplay. Я, честно говоря, сам удивлен, то что, как бы, ну, главные люди, какие, ну, несут очереди в Амазинге, как бы, смотрят меня. Для меня это было немного удивлением, даже не немного. Так что, чуваки, будем ждать. Ричи уже снял видеоролик. Теперь должен выпустить видеоролик Дел Рензи. В принципе, я думаю, это будет круто, то, что два таких прикольных ютубера будут снимать на Амазинге. Не знаю, на каких серах они будут снимать. Ричи снимал на четвертом. Возможно, как бы Дел Рензи тоже будет на четвертом. Я вам точно сказать не могу. Может быть, они будут на одном сервере, может быть, на разных серверах. Этого я точно сказать не могу. Но я с точностью могу сказать то, что Ричи и Дел Рензи будут снимать КРМП, то есть на Amazing Roleplay. Это действительно очень круто. Я даже очень обрадовался, когда об этом узнал. Этот человек как бы не фейк, если что. Это действительно главный менеджер по пиару Amazing Roleplay. Можете сами ему, в принципе, написать, в этом убедиться. Как бы... Я уже не один раз с ним общался. Помните, у меня конфликт был с Амазингом там и с Ивановым. Он мне как бы тоже писал, и я там вставлял. В принципе, ладно, это не важно. Но факт остается фактом, то что действительно Ричи и Дел Рензи будут снимать на Amazing Roleplay. Но из каких серверов, ну из 7 серверов я не знаю точно, я вам сказать не могу, повторюсь. Может быть на 4-м, может быть на 5-м, но я узнал от вас, в принципе, вы писали в комментариях то, что Ричи снимал на первом сервере Amazing Roleplay, когда он еще назывался Домик Деревни. Я об этом не знал на самом деле, но спасибо тем, кто написали. Ну, в принципе, будем ждать серии от Ричи и Дел Рензи. Кто не смотрел их ролик, который я говорил в предыдущей серии. Короче, кто не смотрел ролик, то обязательно посмотрите. Я подписчик, чувак, подписчик. Красава, красава. Иван Бенсон, передаю тебе привет. Так, передал. Передаю тебе привет большой. Минуточку внимания. Хочу поставить вам свой спортзал в Южном. Он находится недалеко от здания ДПС. Также вы можете его найти с помощью GPS. Первый раздел и восьмой бизнес. В спортзале вы можете изучить много стилей боя, которые вам пригодятся для самообороны, либо в какой-то фракции. Также вы здесь можете переодеться и после сильной тренировки принять душ и спокойно чистеньким пойти домой. Так что приходите в мой спортзал, вход бесплатный, буду ждать всех.
Ну, будем надеяться, то, что действительно Ричи Дел Рензи будет снимать, но думаю, этот человек не будет врать, который мне написал. И по секретной информации могу сказать вам, что думаю, 100% они будут снимать. Просто я не могу вам раскрыть как бы все секреты, потому что, ну, как бы он меня сразу предупредил. И я не хочу нарушать как бы договор, можно так сказать. Потому что человек мне выдал такую информацию секретную. Ну, а я солю ее со всеми как бы подробностями. Я думаю, это будет некрасиво. Но в любом случае, вы можете знать то, что Дел Рензи и Ричи будут снимать на Мазинге. Как часто, я тоже вам сказать не могу. Но будут. Но будут. Блин, жалко, я не могу вам информацию секретную рассказать. Просто вы бы точно убедились в том, что они будут снимать. Ну да ладно, в принципе, я думаю, так вас убедил. Ставьте лайки, если вы рады, что они будут снимать на Мазинге. И хотели бы, чтобы они чаще это делали. И хотели бы с ними поиграть, попасть в серию и так далее. Я, в принципе, тоже хотел бы с ними поиграть. Возможно, не буду стримить даже. В принципе, Ричи может снимать на Мазинге админ будни, как я говорил в предыдущем ролике, а Дел Рензи может как бы сделать нового персонажа в КРМП, как, ну, как типа Аленка-хулиганка, ой, Оксанка-хулиганка, то есть, и как Федот-пулемет. Может здесь какого-то другого персонажа придумать, я думаю, это тоже будет очень круто. Я пытался сделать подобное, как Дел Рензи в КРМП, но у меня это особо не получилось. Было бы круто, если бы он постарался так сделать, как в Стампе такой, только в КРМП. Я бы с радостью на это посмотрел. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Как я узнаю, возможно, еще какие-то новости по поводу этой темы, я обязательно сниму по этому поводу видеоролик. На этом у меня все. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.